Как испортить двигатель короткими поездками? Чаще ездить на небольшие расстояния и не давать маслу прогреться. Конденсат и несгоревшее топливо сделают свое дело. Густые отложения и преждевременный износ. Но от конденсата ни холодно, ни жарко, если в двигателе масло из газа с прочными молекулярными связями. Shell Helix Ultra 0V. Выбор Ferrari. Конденсат не пройдет.